работаю над красивыми словами. Thank you.
Итак, чем я занимался перед вами? 30 минут я занимался красивыми словами. Для этого я создал соответствующие условия. С помощью методики красивых слов вы желаете значительно улучшить и облагородить свою жизнь. Поэтому перед тем, как приступать к этой методике, необходимо, можно сказать, облагородить пространство. Я вот включил музыку, не знаю, там она пойдет, нет? Включил музыку соответствующую, которая бы не раздражала. Вот здесь у меня заранее написаны, когда я раньше занимался, все эти слова. Вот я по ним как раз прошелся. Можно что-то свое добавлять. Берете желательно новую ручку, красивый стержень, можно красный, можно черный, можно синий. Кстати, я приобрел, видите, сколько этих стерженьков, чтобы серьезно работать над этим делом. То есть вы хотите получить от пространства, кстати, я немножечко сошлюсь на видос, а разве так можно? Оказывается, некоторые люди давным-давно этим пользуются. А у меня как-то вот только я неосознанно этим всем пользовался, неосознанно, а сейчас хочу осознанно. Вот, то есть вы хотите от тонкого мира, божественного тонкого мира, в котором все находится, получить какие-то блага. Поэтому, и, кстати, это была одна из моих ошибок, к этому делу надо относиться очень серьезно. То есть вы взаимодействуете с жизнедателем, с подателем всех благ, который вас и видит не то что как облупленных, а он просто-напросто присутствует в каждой частице вашего организма. То есть ему все знакомо, все видно, все ваши, знаете, хитринки, все ваши изъяны, все ваши достоинства и прочее. Поэтому к нему надо отнестись очень уважительно, чтобы он откликнулся вам. Для этого я как раз вот распечатал, смотрите, книжечку новенькую такую вот. Я просто-напросто взял ежедневник. Прекрасная книжица. Прекрасная, видите, книжечка. Такая красивая бумага, хорошая. Обложечка хорошая. То есть в ней как раз вот приятно все это делать. То есть вы делаете для себя огромную работу, которую ничто материальное не сделает. Поэтому к ней надо относиться очень серьезно. И вы тогда, в зависимости от вашего серьезного отношения и понимания, вы получите уникальные результаты. Я даже, знаете, и не знал, что я вот работаю со словом. Хотя, это все было известно давно, но осознанность пришла совсем недавно. Недаром же мне пришло стихотворение оттуда, я его не сочинял. Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры. Оно во мне, я это знаю, чудесной, дивной красоты. Оно основа существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь, что вечно длится. Его я вспомнил, произнес, и чудо дивное случилось.
Свет счастья брызнул из меня, и время юности явилось. Теперь живу, люблю, творю, а слово тайное, которое Господь вам дал, храню. И вот умение работать с этим словом позволяет достигать поразительнейших результатов. Поэтому, естественно, относиться ко всему этому надо серьезно, с благоговением. Вот представляете, если вы вот сейчас взаимодействуете с Творцом, Творцом, который вас создал, который все вам дал, как с ним надо взаимодействовать? С благоговением, с таким каким-то, ну не знаю, восторгом что ли, восторгом, особым восторгом. Вот в эти слова, которые вы пишете, то есть я отобрал для себя, как считаю, красивые слова, которыми я окружаю себя. А слова есть не что иное, как силы, космические силы. И вот с этими космическими силами я начинаю работать. И они любят, чтобы человек не просто так. Вот я раньше, знаете, почему, думаю, у меня как-то вот вначале получилось, такой был, можно так сказать, скачок во всех отношениях. Ну, я вам рассказывал, правда, я его загубил. А потом, когда я начал заниматься, никак это у меня не получается. А сейчас до меня дошло. Вот эти вот слова, знаете, для того, чтобы они реально подействовали, так, знаете, на всю мощь, вы должны не спеша с чувством того, что вы делаете, для себя такой благодатный, очень важный труд, не спеша, с чистыми руками, с чистыми мыслями подойти к этому. И вот я купил специальную тетрадочку. Я купил, показывал вам специальные тут стерженьки, ручку, с которыми я вот сейчас работаю. И вот я как раз поработал 30 минут. 30 минуточек. Завтра, ну или когда там будет. И тут очень важно следующее. Если вы чувствуете, что вы создаете свою судьбу, создаете свое здоровье, создаете свои блага, то это занятие у вас стоит на первом месте, а все остальное стоит там где-то сзаду стоит. То есть приоритет отдается этому. Грубо говоря, встали, умылись, все это в голове стоит. Раз полчасика поработали красиво, не торопясь записали. У меня была ошибка, что этот... думаю, сейчас я запишу и все. То есть очень важно, когда мысль посредством слова воплощается, непосредственно запечатлевает в материальном мире, а именно она написана. И не абы как, а вот знаете, вот эта каллиграфия есть наука. Вот это вот, чтобы красиво все это выписалось. То есть насколько вы хотите для себя счастье, насколько вы там что-то там желаете, счастье, здоровье, судьбинушку, настолько красиво надо это все делать. А у меня получилось, да, это как курица, знаете, погреб и думаю, что одежь вот эти блага, одежь вот это вот благодать, что-то оно не ощущается. Да, грубо говоря, ты стоишь перед лицом у Бога с Ним, вот это ты взаимодействуешь,
И ты перед ним показываешь свое нерадение, вот это какую-то спешку, торопышку. И он, да, зачем, зачем тебе давать? Успокойся, успокойся. Геннадий Петрович, он же Генеша, успокойся, ты пойми, с чем ты работаешь. Ой, сейчас благодать пошла на меня. Вот с чем ты работаешь? Вот когда вы начнете так рассуждать, вот писать слова, рассуждать, вы почувствуете, что ага, а вас-то, помимо слова, которое сначала является, ну как бы, пустым звуком, а вы начинаете чувствовать силу. Она начинает притягивать силу. Она начинает действительно работать с вашей сущностью. И менять ее. И мы тогда не спеша, пускай это не спеша, не надо, полчасика хотя бы, ручечка, стерженечек красивый, красивая, красивая записная книжечка. Вот можно было бы на компьютере печатать, но все-таки, все-таки удар по клавишам – это несколько не то. А вот именно оно должно пройти через вашу ручку, вот так вот написать, красиво написать. И вот тогда начинает твориться чудо чудесно, волшебство волшебное. Вы начинаете чувствовать, что ага, вам начинает вот эти слова овеществляться в энергетику, овеществляться в конце концов в материальный мир. И вы начинаете совсем по-другому жить, совсем по-другому, грубо говоря, получать. Поэтому не торопитесь. В первую очередь это делайте. И вот, знаете, я вот сделал это, я вот чувствую вот такой подъем. Вот начал я, ну, особо не было энергетического подъема. А сейчас вот такая тихая радость. Вот это вот своеобразное возвышение, какое-то действительно парение вот в мире. Это такое происходит. Вот вы чувствуете его, его любовь, его благодать, его, знаете, вот хорошее к вам отношение. Вы меняетесь, вы творите себя сами. Как это чудесно! Как это чудесно, если бы вы чувствовали. Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры, оно во мне, я это знаю, чудесной, дивной красоты, оно основа существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь, что вечно, вечно, вечно длится. Его я вспомнил, произнес, и чудо дивное случилось. Свет счастья брызнул из меня, и время юности явилось. Теперь живу, люблю, творю, а слово тайное храню. Но тем не менее, эту удивительную методику я вам передал. Теперь вы не спеша облагородьте себя. Возьмите книжечку, вернее, записную книжечку, которую вы будете записывать, красивую ручку. То есть вы, как знаете, вот вы будете встречаться с самым желаемым, ну, скажем так, человеком, которого вы обожаете, любите, и который вот вас облагоденствует, вот вы с ним будете встречаться. Вы будете с ним встречаться, поэтому подготовьтесь к этой встрече. Без всяких торопых. Книжечку заранее. Ручечку. Лучше всего, знаете, то ли фломастер взять, то ли гелевую ручку, чтобы писалось так. Разные цвета. И не спеша, кстати, эту методику я изложил, где слова вы можете взять, можете мои взять слова, но если на ум вам ничего там не приходит. И вот это вот не спеша выписывать и прочувствовать, и прочувствовать, и прочувствовать. И в конце концов вы почувствуете, какие изменения начнут происходить не просто с вами, а в вашей жизни.
Я вам ее дарю. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала «Канал».